Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это продолжение прохождения игры под названием Titanfall 2. Вы можете меня, конечно, немножечко не узнать, потому что борода моя... Ну, ладно, борода — это громко сказано, я согласен. Что-то похожее на бороду, что у меня здесь было. Я ее сбрил, короче, решил немножечко походить без нее. И буду заново ее отращивать, заново буду ее формировать. Вот. Вроде как жена сказала, что я помолодел, но я не знаю, насколько я выгляжу. Напиши в комментариях. Вообще, ребята, пишите любые комментарии, я люблю их читать. Обязательно отмечаю лайками или даже отвечаю по возможности. Поэтому не забывайте активничать, активничать и активничать. Летсплеи возвращаются, летсплеи на Бусте возвращаются, и скоро будет конкурс. Даже с кое-какими призовыми денежками. Вот, связанные с моими прохождениями и с вами. Более детальную и подробную информацию в телеграм-канале вы можете найти. Ссылочка в описании. Пожалуйста, вступайте, там в чате все будем обсуждать более детально и подробно. Старт в октябре. Какого числа не знаю, но старт в октябре будет. Вот. Все, все, что хотел сказать, я сказал. Желаю всем приятного просмотра, про лайкусик не забывайте, ну и про все остальное я тоже уже сказал. Давайте мы с вами продолжим, опа, и почитаем то, что мы уже с вами читали. Я напоминаю, мы... Здравствуйте. Что случилось? Ты чего? Игра? Ты чего? Ты же не вылетал у меня. Алло, что случилось? Она вылетела, она просто закрылась, вся. Я не знаю, я ничего не делал, ничего не менял. Вот, сука, вот паузу делаешь в прохождении, в записях, да, вот в ведении игрового канала, и что-то какие-то проблемы сразу начинаются. Ну, давайте сейчас, может, во второй попытке загрузимся. Пока грузимся, напоминаю. Мы с вами закончили на том, что BT схватил большой манипулятор. Сетевая игра, чё? Большой манипулятор схватил и унес куда-то там в глубины комплекса, и мы теперь его ищем. Ищем, идем как бы по его следам и будем его освобождать. Экстренная трансляция BT-7274. Задание. Встретиться с пилотом. А чё за... Опять вылетает на этом месте. Чё за херня? Запустилось в окне. Ладно, давайте попробуем в окне загрузиться. Но есть еще можно выбор задания сделать. Сошествие в ад. Ну там, блин, довольно много мы перепрошли. Поэтому... Давайте еще раз попробуем... Загрузиться в оконном режиме, может быть, не вылетит. Нет, все равно вылетает. Ой, что мне сели, что ли, перезаписывать? Не хочу. Так хорошо с вами поздоровался. Так хорошо все у нас было. Вайб поймал творческий. И на тебе. Просто, блин, заново, если там все проходить. Ну, я, конечно, уже более-менее знаю, что как, но не хотелось бы. Ладно, пробуем выбор задания. Сошествие в ад. Мастер.
Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Пиздец. Это же насколько нас откатило? Сильно. Ой. Так, хорошо, а если я сейчас... главное меню. Нажму продолжить. А он будет с этого места, да, загружаться? Скотина, он тот сейф перезаписал. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Ладно. Режим пилотирования. Смотрим под ноги. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Что мы тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс. Эш, это близко. Как слышишь? Прием. Это Эш. Слушаю. Тень не отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Конец связи. Кто такой Блиск? Наемник часто работает на АМС, военный преступник. Блиск виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимозу. Ребята, ну я не знаю, что делать. Может быть, конечно, я неправильно поступаю, что буду перепроходить. Но с другой стороны... может быть, мы что-то найдем новое? Ага. Здесь шлемчик, ребята. В первый раз я его здесь не видел. Я думал, что сюда не надо было прыгать. А оно вон оно как оказалось. Конечно, мы не все шлемы собираем, но... ладно. Ладно, ребята, филлерная серия. В целом, если вы ее видели, этот кусок, можете не смотреть. Потому что, по сути, мы просто перепроходим главу заново. Я просто вспоминаю, как далеко мы туда оттуда ушли. А это что такое? Какой-то краник спрятанный. Зачем? Почему? Я даже не знаю, я немножко в этом. Но эту трубу я помню. Мы тут спрыгиваем. А Бити сам... а, спустится. Сам спустится. Какой молодец. Я уж думал, что он сейчас зависнет и все. Так, мы туда спускаемся. И что там у нас? Включаю режим пилотирования. Дроны, 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 дроны. Атакую пехоту противника. Дроны, 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 дроны. Бити, подожди. Я смотрю, может, здесь где-нибудь шлем затарим. Раз уж мы перепроходим заново, чё же это? Не воспользоваться шансом собрать шлемы. Режим пилотирования.
Так, контрольная точка, хорошо. Я тут уже более-менее помню. Поэтому я не думаю, что мы будем сильно тупить. Ой, ёпта. Чего вас так много? Просто момент, когда BT заберут этот манипулятор, там еще реально до хера идти. Может, я не то задание взял? Может, я тупой? Нет, закрыто. То есть, скорее всего, я вот это вот сошествие в ад... сошествие в ад я, скорее всего, почти до конца прошел. И, скорее всего... Вот прям буквально, может, минут 5-10, и у меня сейф забаговался. Ну, ёб твою мать. Ребят, ну я как бы особо не виноват. Все равно пришлось бы проходить. Единственное, что я могу сделать, это, конечно, побыстрее сейчас попробовать. Заспидранить, так сказать. Так, тут какая-то пушка была. Преданность, Firestar. Какие-то журналы? Чё? Не видел раньше. Может быть, здесь в закутках что-то прячется, но я чуть не уверен. Да, вот тут, по-моему, сейчас роботы будут. Сколько я помню. Блять, заново всю главу проходить. Похоже, ты не туда свернул, пилот. А может быть, ты не туда свернул? Богатое ополчение. Титан врага уничтожен. Успокойся. Так, еще один стан вижу. Только через мой труп. Меня это устраивает, чел. Где он? Титан врага уничтожен. Нормально.
Я просто вспоминаю, там такой душный уровень был. Именно когда BT отняли, вот мы за ним следовали, и там прям локация, вы все видели, вы поняли, про что я. И там, короче, жестко, я прям умирал. Ёб твою мать. Вижу титан врага, к бою готов. Ядро готово. Ядро активировано. Да я почему щит кончился так не вовремя? Да. Титан врага уничтожен. Отлично, пилот. Вы быстро втянулись в дело. Где тут еще были? Где-то мне попадались. Короче, ребят, я не знаю. Получится ли мне вернуться за одну серию, учитывая вылеты, да, сколько времени мы потратили, за одну серию вернуться туда, где мы закончили, по тому прохождению, я не уверен. Но... И я не уверен, стоило ли мне это вообще все записывать. Ну и дропать игру я бы не хотел. И ПУ. Давайте и ПУ возьмем. Чё бы нет? Да что ты делаешь-то, господи? Ага, ага. Иди сюда. Так, хильнем его. Пилотирование включен. Угу. Все, отлично. У нас полный робот. Боезапас, пушку взяли. Все, ништяк. А, мы, блин. Я что-то вроде зацепил глазом, что вот эти батареи рядом были. И все, и убежал мимо них. Невнимательность. Мне многие пишут, особенно в Вольфенштейне, типа, блин, чел, ты что тупишь? Ребята, все тупят. Вот оно место, где его отнимут. Пилот, грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Это идея. Спасибо, пилот. Зомбик. Преданность. По сути, здесь ничего интересного нету, да? Ну, в целом, пехотную часть я, может быть, пробегу. Но просто, понимаешь, надо уже как бы до следующей главы дойти, потому что если я опять закончу посередине главы, то это сохранение может опять крашнуться. И это будет надо вообще не очень. Пехоту противника. Дальше мы продолжим только на грузовом лифте, помечая на вашем дисплее панель управления. Спокойно. Грузовой лифт включен. Как его схватить-то, кстати? Только когда я выйду с помещения. Тревога. Тревога. Посторонний титан на погрузочной площадке 12. Передаю титан воспринимательный пункт. Эш вызывает Альфу 3. Место проникновения. Погрузочная площадка 13. Принято. Капа 3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Купер. Бедный Бити. А вот это почему глава... Вот это я вообще не понимаю. Типа, знаешь, идет перезагрузка локации. Ой, блядь. Пилот. Ладно. Пилот, нужна поддержка. Похоже, автоматическая охранная система поймала титан. Нам же меньше работы. Твоя
Здравствуйте. Про инвиз вообще забыл. Пилот. Пилот. Нужна поддержка. Похоже, автоматическая охранная система поймала детали. Спитфайр. Ну, наверное, да, лучше спитфайр взять. Потому что мне потом пригодится снайперка, там крутая должна быть с прицелом. Ну, в целом, я думаю, осилим. Осилим за одну серию ту главу пройти. Просто та контрольная точка какая-то битая оказалась, я так понял. И мы с ней ничего не можем поделать. Так, спокусики. Пилот. Купер. Сообщаю, меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Так, это мирный, да? Пилот, по всему комплексу рассредоточены пехотинцы АМС. Соблюдайте осторожность. Этим должны Марвины заниматься, а не пехотинцы. Нет, не для того мы готовились. С какой вообще стати мы должны подчиняться этому чертову симулякру? Надо остаться. Бля, я думал, что отсчет начнется... Сука, отсчет начнется... Ну вы поняли, короче, что можно ее держать бесконечно. Так, на конвейер выходим. Я захватила титан класса Авангард. Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется, ясно? Конец связи. Пилот, они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Пилот, этот комплекс полон опасностей. На сборочном конвейере вас может раздавить. То я не понял. А что ты такой невидимый? Чел, я вообще его не заметил, ёптать. Бля, быстро не получится, ребята. Простите. Простите. Попробуем сейчас аккуратно сыграть. Твою мать. Здравствуйте! Приехали! А типа можно вообще не воевать с ними? Контрольная точка, хорош! Спидран! Блин, я думал, может как-то можно с ними в бой не вступать? Это мне бы... Ага, охуенно, контрольная точка. Классно, спасибо. Уже ничего не сделаешь.
По ебальнику только можно выцепить. Сбежать его, подавить огнем! Ну, конечно, такой подъебки я не ожидал, ребята. Я не ожидал. Извините, простите. Ну, в целом, я не виноват ни в чем. Но... Воу! Контрольная точка, отлично. Сука, толстяк ебаный, блядь. Ебучий уёбок. О, ДМР. Давай. Что, так слабо? Урон. Нормально. Ну, с этой снайперкой... Блин, а чё же я тогда её пропустил-то? Раньше. Так, вроде норм. Пробираемся дальше. Ага, вижу. Здравствуйте. И в ебальничек прилетело. Блядь, 30 минут уже, пиздец.
А там еще бежать, там еще эти паучары, блядь. Ну, Титанфол, ну, Титанфол, я такого от тебя не ожидал. Вот чего-чего, а такого я от тебя не ожидал. Контрольная точка есть. Так, ну я уже вот почти приближаюсь. Через участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Мы выберем себе Ти, ты только держись. Я уже иду. Ваша уверенность в нашем воссоединении ободряет. Позитивное мышление характеризует хороших пилотов. Сука, придавили меня. Охуенно. Пауки ебучие, я думал, они попозже появятся. Суки ебаные эти пауки. Блядь. Осторожно, на конвейере он стал быстрее. Вы слышали? Отпадите. Спасибо, Почему же не цепляет? Блин, край должен был цеплять. Ну-ка, подожди-ка. Что-то мне кажется. Не, нормально. Не-н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 е. Блять, я в инвизе был! Так, со снайперка вроде получше получилось. Потому что когда я просто тут бегал с пулеметом, меня прям наваливали нормально. Так, сейчас пауки будут. Это да. Вон они. Раз. Два. И сзади еще можешь прибежать. Контрольная точка. Отлично. Отлично. Все равно быстрее идем, чем первый раз. Прилично быстрее. Вот это сейчас закуток и еще один. Две таких плашки.
Дробовик. Ну, блин, против пауков дробовик вообще, мне кажется, не это, не покатит. Да ёб твою, сука, нахуй, блядь. Так, где? Где я? Ага, вот здесь. Так, а если сюда убежать, здесь пауки будут? Это я помню. Давайте электродымную возьмем. Не знаю, что она дает. Да, с этой снайперки дела идут прям лучше. Намного лучше, ребят. Давайте попробуем. Я не вижу цели. Так, вроде норм. Да ладно. К последнему куску уже переходим. Да мы молодцы с вами, ребята. Да, наверное, серия будет побольше. Блять. А как мне туда дальше? Ага. Убейте его, пожалуйста. Как мне не нравился этот участок, блядь, и меня его заставили еще раз проходить, сука. Не понял, а че так много надо? Схуяли? Или ты хочешь сказать, что я не попадаю? Или чё? Что не так?
теперь попадаю. Я ничего и летают. Пиздец. Контрольная точка отлично. Вот тут я, по-моему, закончил. Насколько я помню. Да, вот здесь я закончил. Блять, эта контрольная точка невезучая. По-хорошему, сейчас бы закончить серию, но я, наверное, из игры вообще не буду выходить. И прямо продолжим здесь же. Да, ребятки, давайте мы вот так вот сделаем. Я ничего трогать не буду, сейчас закончу эту серию. И не выходя из игры, начну запись следующей. Вот. Так что, извините за неудобство, что пришлось пересматривать все это, но опыт, повторение мать учения, ничего в этом, в принципе, страшного не было. Ну и интересно было пройти довольно сложный фрагмент, уже зная нюансы. Получилось быстрее, в любом случае, да? Вот. Что ж, ребятки, всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данный летсплей лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в описание, в Telegram, группу ВК и на Boosty по возможности. С вами был Мистер Момент, будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!